видимо, явно финал. Был у меня порыв похлопать в середине, но оказывается, там дальше было еще более прям бодро. Давай представим наших гостей. Да, на что способен, в общем-то, самый известный русский инструмент в мире нам продемонстрировали студенты 4 курса колледжа Института искусств Юрия Ковалева и Кирилл Ленько. И с ними в студии также профессор Института искусств, заслуженный артист России Владимир Аверин и Сергей Майоров, организатор конкурса мастеров-балалайчников. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас приветствовать. Ну, друзья, у вас право голоса уже, собственно, было, успели вас послушать, но, тем не менее, хочется обратиться все-таки к более старшим представителям. Совсем скоро пройдет в нашем городе замечательный конкурс «Изготовители» называется он, на котором представят различного рода инструменты. Это будут домры и балалайки, правильно? Я не ошибаюсь. Да. Какие вообще бывают разновидности и что такого особенного можно будет увидеть на нашем конкурсе? Сергей Васильевич. Ну... Поскольку основной организатор этого конкурса Сергей Васильевич Майоров. Пройдет уже второй всероссийский конкурс в Красноярске. Угу. Называется конкурс мастеров балалайки и домры. Не балалайщиков, а балалайки и домры. То есть изготовителей. Да, да, да. Изготовителей. И довольно такой обширный уже мы собрали регион. Сибирский будет представлен уже, города уже. Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Кемерово, ну, Красноярск, Красноярский край. Чего раньше не было, в Красноярском крае производства инструментов не было. Было только в Москве. И едет сюда Москва еще. То есть, ну, как сказать, Москва. Ряд инструментов приедет из Москвы. То есть, я так понимаю, чем вот знаменателен вообще этот конкурс? На нем можно узнать мастеров поближе, разумеется. Чем он полезен, в первую очередь? Давайте, Саш, вы расскажете лучше. Ну, дело в том, что вообще это очень показательные соревнования мастеров. Прежде всего, сибирских, конечно, естественно. И показательно в том, что традиции изготовления инструментов, они не только сохраняются, они еще и развиваются. Понимаете? Они получают более высокое качество за счет дерева, ценных пород, за счет мастерства самих изготовителей. Ну и за счет вот этого соревновательного духа, потому что каждому хочется показать, на что он способен, как краснодеревщик. Ну и помимо этого... Ведь у нас 3 тура на этом конкурсе. И первый тур – это когда мы, ну, я как член жюри, я буду смотреть, вот, Юля, дай мне, пожалуйста, я буду смотреть этот инструмент не просто, вот, а я его буду поглаживать, смотреть, нет ли где-то червоточинки, нет ли какой-то трещинки, все ли в порядке. То есть, как мастер отнесся к дереву, как он его слепил, какие параметры, а потом даже и сам попробуй пощупай, так сказать, как звучит этот инструмент, не только. Понимаете, то есть я должен знать, удобно мне на нем играть или нет. Посмотрю, как звучит инструмент здесь. И как здесь. И так далее. И скажу, да, этот инструмент достоин, его можно перевести на второй тур. Потому что отбор очень жесткий. Вот судя, Сергей Васильевич может подтвердить, в прошлом, на первом конкурсе, было более 50 инструментов. Вы знаете, это большой показатель. От Киева до Дальнего Востока. Это большой показатель. Сейчас, я думаю, будет не меньше. Скажите, а в дальнейшем, вот, когда уже инструмент, допустим, ну, пусть там третье, первое место получил, влияет ли на его, допустим, стоимость эти конкурсы или что от этого? Во-первых, вы знаете, что одно дело приобрести инструмент у лауреата конкурса, которому его, так сказать, мастерство убедило маститых членов жюри. А у нас, скажем, председатель – это народный артист России, профессор Уральской консерватории Шавкат Сабирович Амиров, сам замечательный балалаечник, бывший ректор консерватории. И, конечно, ясно, что поднимается престиж самого мастера и его инструменты. Это они уже считаются как бы эталонными, которые он будет потом подражать, в конце концов, понимаете? Вот это очень важный момент. Ну, то, что у нас 3 тура, понимаете, мы же ведь не просто так щупаем, мы еще слушаем его за занавеской. Понимаете, сидит там исполнитель, за занавеской жюри не видит, какой инструмент, а вот исполнитель нам показывает этот инструмент во всех видах, приемы, там всякие штрихи, и мы за занавеской определяем, вот этот инструмент хорошо звучит, а там второй, как, а третий. Мы не знаем, кто. А играет мастер. Один как шоу. Да, это, все, это все закрыто, понимаете? Один человек. Да, один то есть настолько объективный вообще подход к оценке этого. Мы же не знаем, кто, какой мастер. Мы знаем только номер.
Или там, там девиз обычно, да? Нет, девиз знает мастер. Да. Тут сложно. Да. Это система Кремоны, то есть система скрипичного конкурса. Да, итальянского, да. Она, так скажем, сложная. И я вот был, как говорится, рядом с этими всеми ведомостями. Все после первого тура, я уже ничего не мог понять. Там, что куда ушло и как там. Каждый раз жеребьевка перед каждым туром. Да. Да. Скажите, номера меняются и так далее. Ага, а если говорить все-таки о внешнем виде, насколько, допустим, разнятся те балалайки, которые привозят? Бывают ли какие-то там, я не знаю, из драгоценных металлов, может быть? Насколько вот внешний вид часто разнится? Часто ли мастера изощряются? Да, изощряются как-то. Вы знаете, все-таки инструмент, он подвержен крепким основам традиции. Понимаете? Вот говорят, а почему он треугольный? Да. А почему не круглый? Были круглые балалайки, они сейчас висят в светелке в Краеведческом музее. Там есть, вот если вы посмотрите, очень любопытно, как семейские люди делали балалайки примитивным образом, но я сам на этой балалайке играл, звучат, и звучат вот так, понимаете? Но есть традиция треугольная, опять же, Юлия Адамова. Смотрите, вот, как удобно держать все. Мне не надо вцепляться в него, потом у меня уже стоит. И я могу все, что угодно делать. Вот сама форма. Потом, все-таки треуголка, она, видимо, дает какие-то свои абертональные качества, присущие именно балалайке. Вот один из моих студентов играл в Африке. Выступал там на Гвинее-Бисау. Там какое-то племя было совершенно. Они еще, знаете, ходят на кишом только в одних в этих самых. Но когда он вышел, был, о! И все сказали, балалайка. Откуда Гвинея-Бисау в Африке знает о балалайке? Знает. Понимаете? И знает именно по, этому, по таким параметрам. И треугольные. Ну, а естественно, когда уж они играют, то там, конечно, сразу узнают, что это действительно балалайка. Так что, понимаете, традиции, вот они сохраняются, но в основе этой традиции всегда есть некачество. А вот за качество мы боролись и будем бороться, чтобы в каждой школе, в каждом училище или колледже и вузе были первоклассные инструменты. Вот конкурс как раз для этого и создается. Тогда давайте скажем для наших телезрителей информацию о том, где можно будет послушать, если действительно это можно будет, и, возможно, даже потрогать. Сергей Васильевич, пожалуйста. Да, вот, про сам конкурс, он проходит только в Москве и в Красноярске, почетным Преднесенском институте, в Красноярске при институте искусств сейчас будет. Вот. Будет проходить с 31 марта по 2 апреля. И будут еще обрамляться концертами. То есть 1 апреля приезжает квартет Ситенна из Москвы. Концерт 7 вечера, 19:00. И 2-го будет концерт нашего филармонического русского оркестра. Дирижер Народный артист России Гусев Новосибирской консерватории. Художественный оркестр Новосибирского. И солисты у нас от Камчатки до Москвы. Да, да. Да, будут да, солисты. Да. Новосибирск, Чита, Камчатка. Известный, да. Так что добро пожаловать. Это в Институте искусств. Это в рамках конкурса да, будет. В Институте искусств. Малый зал концертный. Там будет проходить первого. Да, первый. И концерт будет первого. Да, и конкурс будет проходить в малом зале. В малом зале. Спасибо большое за информацию. Очень интересно, да. Думаю, что, наверное, сейчас заинтересовались наши красноярцы. Обязательно придут, посмотрят и кое-каких традициях в том числе узнают. И я напомню, что у нас в гостях были Сергей Майоров, организатор конкурса, Владимир Аверин, член жюри этого самого конкурса. Ну и ребята здесь нам помогли, продемонстрировали все чудеса. Юлия Ковалева, Кирилл Это Ленько. Это не все были далеко. Ну, да, часть. Хорошо. Часть. Самое начало, наверное. Вот можно два слова к этому добавить. Вот эти вот балалайки сделаны красноярскими мастерами. Мастерами, кстати. Уже не из Москвы, а Красноярск. Ну, вот видите, как на наших родных... Красноярские мастера играли. Родных красноярских стульев сидели и микрофон красноярский звучали. Да, спасибо большое, что пришли и все нам рассказали. Спасибо большое за утренний визит.